Для продолжения строительства станции метро «Театральная» и сохранения транспортного сообщения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской начнется переустройство трамвайных путей. Технические условия муниципальным предприятиям ТТУ уже выданы. Вопрос на стадии согласования. Материалы заказаны, сроки поставки необходимо увязать с проектом производства работ, поясняют в ГКУ Самарской области, Управление капитального строительства. График предстоящих работ станет известен в ближайшее время. В любом случае рельсы и шпалы планируют переместить с середины проезжей части ближе к тротуару. После переустройства специалисты гарантируют стабильное трамвайное сообщение в оба направления. Кроме того, переустройство линий позволит завершить вынос водопроводной магистрали. Как пояснил первый вице-мэр, вся работа по переустройству трамвайных путей займет порядка 14 дней. На время перекладки перекрытия не планируется. В период переустройства трамвай продолжит курсировать по старому полотну. Затем специалисты пристыкуют существующие и новые рельсы. Сделают это ночью, чтобы не создавать неудобств для жителей. Напомним, минимизация неудобств для горожан остается одной из приоритетных задач. Однако на следующем этапе в районе будущего станционного комплекса все-таки потребуется временное ограничение движения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской. Это необходимо, чтобы продолжить строительство станции метро «Театральная». На участке возведут тягово-понизительную подстанцию. Пока намечены только предварительные сроки. При этом планируется, что и во время строительства подстанции трамваи продолжат курсировать уже по новой линии. Также предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас следуют по улице Фрунзе. Сейчас работы продолжаются в штатном режиме. В районе зоны строительства на Галактионовской рабочие заканчивают разработку стартового котлована. Также идет подготовка и в районе улиц Новосадовой и Полевой. Выполняется устройство ограждающих конструкций будущего стартового котлована. После окончания строительства первой ветки самарского метро и ввода в эксплуатацию театральной, подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Я считаю, что метро необходимо. Даже, например, взять то, что мальчишки ездят сами на общественном транспорте с баулами. Естественно, они не помещаются в маршрутке. В город доехать или, например, где-то там на орбиту, на маяк доехать тяжело. А где есть метро, там эта проблема просто, она решается на раз-два.